27 января по всей России отмечают полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Нацистская изоляция северной столицы нашей страны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944. Одна из самых трагических глав истории Великой Отечественной войны закончилась спустя 872 дня. В январе 1943-го началась операция «Искра». Чтобы прорвать блокаду, потребовалось 6 дней. Однако полностью снять кольцо и освободить город смогли только через год. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его. Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугубленный бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привел к сотням тысяч смертей среди жителей. Но ленинградцы продолжали трудиться. Работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки работали на заводах, заменив отцов, ушедших на фронт. По разным данным, погибли до 1 000 000 человек. Памятную дату отмечают по всей стране. Ее символ – блокадный хлеб, та самая осьмушка – 125 граммов, минимальный продуктовый паек, который раздавали в самые тяжелые дни осады. 226 защитников города стали героями Советского Союза. Медалью за оборону Ленинграда было награждено 1,5 миллиона человек. За стойкость, мужество и невиданный героизм в дни блокады 20 января 1945 года Ленинград был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года получил почетное звание «Город-герой».